Всем привет, с вами RunightMayer. На моем канале не так давно выходил глич на дарение машин друзьям. Тем не менее, Rockstar его пофиксили. Однако сегодня я покажу вам способ, как обойти данный фикс. Полную версию глича смотрите на моем канале по ссылке в описании, либо по всплывающей подсказке в правом верхнем углу. Ну а перед тем, как мы начнем, небольшая реклама. А если вы не хотите тратить много времени на фарм денег, то можете заказать прокачку в этой группе. В общем, это отличная группа с недорогой прокачкой. За время ее работы никто не пожаловался на бан. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем 100 часов безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. Ссылка на группу в описании. Итак, давайте разберемся, что же нужно сделать, чтобы обойти фикс данного глича. На самом деле все проще, чем кажется. Если раньше мы должны были на счет 3, соответственно, зайти один в гараж при казино, а второй должен был попасть на карточки Shark, то сейчас просто-напросто на 1, 2, 3 вы должны будете нажать клавишу Options, то есть не нужно выбирать меню покупки карточек Shark, а просто на счет 3 ваш друг заходит в гараж казино, а вы заходите в меню Options и остаетесь вот на этом вот меню. А далее выполняете весь глич ровно так же, как выполняли до этого. Сейчас я покажу в ускоренной съемке, что все те же действия, которые мы выполняли в прошлом гличе, они остаются. И дальше у вас все будет получаться точно так же, как и было. Именно в этом состоит обход фикса. То есть, если раньше вам нужно было сделать два действия, то есть зайти в меню Options и навестись на покупки в PlayStation Store и зайти в карточки Shark, то сейчас вам нужно будет просто нажать клавишу Options и оставаться на этом черном экране, точнее на экране с картой, пока ваш друг выполняет все остальные действия. Более подробно, опять же, как я и говорил, будет по ссылке в описании, либо по подсказке в верхнем углу, как, собственно, показывал я в прошлом своем видео. Итак, раз уж мы вернулись к данному гличу, давайте разберем еще некоторые аспекты, которые у вас могут создать затруднения. Например, одним из аспектов может оказаться, что когда вам нужно будет запустить дело от Мартина там и так далее, всех этих дел не окажется. И единственное, что вы сможете, это выбрать задание в квартире. Вы можете использовать в том числе и это задание. Единственный момент, что вас телепортируют в квартиру, и дальше вам необходимо будет просто-напросто вернуться к казино. Это первый момент. И второй момент, что когда вы подъедете к ПКП, когда человек будет запускать быстрые задания, то есть там дартс и так далее, при присоединении вы увидите, что ничего не произошло, то есть присоединение не идет. Тогда, соответственно, друг ваш перезапускает дартс, там, гольф и так далее, и вы повторно присоединяетесь. То есть, может быть, это не с первой попытки получится, а со второй, тем не менее, вы спокойно начнете присоединяться, когда вы увидите черный экран, друг закрывает быструю игру, и вы, собственно говоря, подтверждаете все черные сообщения, как и в прошлом видео. Вот такой вот простой обход фикса позволяет вам достаточно быстро получить необходимую вам машину, либо, соответственно, подарить. Ну а с вами был RunightMayer. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, поставить лайк и оставить свой ценный комментарий. Всего вам доброго!